все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусов, бактерий, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого снега, минус 4, минус 6. Днем, ночью 5-7 градусов ниже 0. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, минус 3 градуса днем, ночью 5 ниже 0. Юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег, днем минус 4 и ночью минус 4 градуса. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, минус 5 градусов. В дневное время, ночью минус 7. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.